Очень полезная черника, хороша в любом виде. Рекомендую вам рецепт приготовления в домашних условиях черничной пасты. Для приготовления черничной пасты предлагаю разбавить ягоду яблоками. Берем кисло-сладкие, если ягода сама спелая и сладкая, и наоборот, пасту удобно хранить в контейнере в холодильнике. Очень вкусно с йогуртом или другими фруктами. Про полезные свойства черники я вообще молчу, про них можно говорить и говорить. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Яблоки режем тонко, от кожуры можете избавиться. Залейте водой и отварите до готовности, потом протираем через сито. Чернику размять, добавить немного воды и через марлю выдавить сок. Отжатые ягоды залейте водой и проварите минут 5. Жду ваших лайков и комментариев. Затем отвар процедить, добавить сок черники, протертые яблоки, сахар, манную крупу и варить, помешивая, на малом огне 10 минут. Подавать можно с целыми ягодами черники или кокосовой стружкой. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится: яблоки 250 грамм, черника 100 грамм, вода по вкусу, сахар 0,5 стакана, крупа манная 0,5 стакана, количество порций 5-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Друзья, до новых встреч!